Пока не началась весенняя распутица, я бегом в лес. Выходной, погода просто сказка. В общем, выдвигаюсь без раздумий. Поглядим на чертово городище. Ориентир поселок и сеть. Метки на деревьях не дадут вам заблудиться. Да опять в гору, что ли? Да как так-то, а? На полпути советую зайти поглядеть на малых чертенок. Это такие вытянувшиеся по вершине горы, невысокие скальные выходы и лунные камни. Малые черти не обросли популярной тропой, но летние закаты в тишине тут будут просто классные. Ну вот, подбираюсь к цели. Скальный гребень около 30 метров в высоту, поэтому пользуются спросом у скалолазов. Глыбы лежат так плотно, что как будто это люди подгоняли тысячи лет. Хотел бы добавить, что я весьма недоволен теми туристами, которые так и норовят написать свое имя, и из-за этого ты смотришь не на силу и мощь природы, а на то, что здесь был Кирилл в 2008 году. Жми подписаться и давай на прогулку, а я допиваю чай и пошел домой.